одно из ключевых изменений ситуации в регионе за последние сутки, которое повлекло за собой это изменение, это перевод школьников и студентов на вынужденные каникулы с 18 марта. А с 27 марта общеобразовательным учреждениям нужно будет перейти на дистанционные формы обучения. Приостанавливается занятия в учреждениях дополнительного образования, секции, кружки. Соответствующие указания министр образования сейчас получит по всей республике, и они будут доведены до всех. Ну и, соответственно, значит, у нас остается практически остаются у нас в рабочем режиме только детские сады. Родители вправе, конечно, по своему усмотрению сегодня не водить в детский сад детей, но мы считаем, что в настоящий момент, значит, такая мера будет являться преждевременной. Кроме того, я хочу обратить внимание, эта же мера по закрытию касается и средних специальных образовательных учреждений наших СПО по всей республике Саха-Якутия.